Хабибулла Азеритқұлов работает в школе учителем музыки. За многолетнюю практику в последние несколько лет столкнулся с проблемой нехватки обучающей литературы. Учебники по музыке настолько сложные, что их не под силу освоить даже средним классом, хотя предназначены они для первошей. Сложные задания не соответствуют возрасту, возмущаются учителя. И такая проблема в учебниках по математике, информатике, языкам. Сейчас в учебниках второго класса особенно там очень тяжело написано. Вот есть такая объемная тема — форма музыки, там форма ронда, вариация, такие темы для учеников второго класса очень тяжело. Их обучают специальные среднеспециальных музыкальных заведениях и высших. Учебники в Кыргызстане уже много лет вызывают общественную критику, и вполне обоснованно. Незнание предмета, ошибки, сложность заданий – все это послужило поводом для кардинальной реформы в образовании. Министерство образования и науки готовит тематический план книгоиздания и обновляет его каждые 5 лет. Теперь мы призываем издателей взять на себя ответственность за издание книг. При этом мы разделили работу с ними на разные этапы, чтобы сделать их более конкурентоспособными и качественными. Издательства должны понимать, что выпускают школьные учебники, и ошибок или других нечетностей там быть не должно. В целях разработки и издания качественных учебников нового поколения при Министерстве образования и науки создано государственное учреждение ОКУ-КИТЭБИ. Именно они ведут отбор авторов учебно-методических материалов, проводят экспертизу книг и так далее. Ранее издательства не несли ответственность за материал. Сейчас же они будут контролировать все, начиная от обложек книг, содержанием, заканчивая графиками и иллюстрацией. Вся ответственность за ошибки, которые будут в учебниках, ложится на нас. Нам теперь необходимо увеличить штат корректоров, увеличить штат редакторов, разных художественных, технических редакторов, для того, чтобы исключить ошибки. Выбор авторов, которые имеют за плечами большой научный и педагогический опыт. Это люди, которые смогут создать учебник нового поколения. Проект учебника проходит 4 экспертизы. Это в Республиканском научно-практическом центре ОКУ-КИТЭБИ. Там будут работать эксперты. Сейчас создана база данных. База экспертов, которые тоже будут иметь широкий спектр возможностей оказания экспертных услуг своих. Это люди, имеющие большой педагогический опыт, люди очень хорошо, имеющие хорошее видение хорошего учебника. Авторы книг также сталкиваются с проблемами при издании учебников. Нарушаются авторские права. Издательства могут несколько раз переиздавать книги, при этом обходят авторов. В такую историю попали Айнура Муратова и Кадыралы Артыков, написавшие в соавторстве более 4 книг. По нарушению авторских прав они обратились в суд, но пока безрезультатно. Издательство несколько раз переиздавало наши книги, не поставив нас в известность, обходя стороной гонорар. На самом деле, по закону, авторское право всегда должно соблюдаться. Мы подали в суд, чтобы решить эту проблему. Чтобы избежать всех неурядиц с выпуском школьных учебников, Минобразование и науки утвердило план мероприятий согласно проводимой реформе, по которой за подготовку учебников будут отвечать издательства, напрямую работать с авторами, платить гонорар, устранять все недочеты. И только тогда книги должны проходить экспертизу и могут быть разрешены к использованию в учебных заведениях. Надежда Усова, Бекжан Туктосунов, Алатау 24.